Перейдем к новостям региона. Работы на Риддерской ТЭЦ идут согласно графику. По словам ответственных лиц, ремонт котла агрегатов выполнен на 75%, а тепловых сетей на 90%. Об этом стало известно в ходе совещания в областном акимате. В Восточно-Казахстанской области продолжается масштабная подготовка к предстоящему отопительному сезону. В частности, пристальное внимание местных исполнительных органов и общественности сегодня сосредоточено на ремонте Риддерской ТЭЦ. На работы выделено более 8,5 миллиардов тенге, из которых 5,5 миллиардов направлено на ремонт станции и 2,7 миллиарда на ремонт 19 километров тепловых сетей. 280 миллионов с областного бюджета выделено на ремонт АРУ и вывоз залошлаковых отходов 77 миллионов тенге. Все предусмотренные в текущем году ремонтные работы планируется завершить в установленные сроки. За ходом выполнения ремонтов обеспечен постоянный контроль. К работам привлечены более 600 человек из 17 подрядных организаций. Мы должны завершить все подготовительные работы к отопительному сезону как минимум за один месяц. После завершения появятся и другие вопросы. Необходимо создать рабочие группы. Известно, что с наступлением отопительного сезона жители подают заявления и жалобы. Рабочие группы должны посетить такие дома и помочь, если необходимо. Как отмечено на заседании, в наличии на тупиках области имеется 12 тысяч тонн угля, в том числе 4,5 тысяч тонн в городе Усть-Каменогорске. Глава управления энергетики и ЖКХ также сообщил, что дебиторская задолженность коммунальных предприятий составила 1 миллиард 579 миллионов тенге. Общая кредиторская задолженность – 928 миллионов тенге.